Добрый вечер, парни. Вы, вижу, из Подмосковья. Да ты не бойся, садись поближе, парень. Но... Я не боюсь. Представьтесь, пожалуйста. Свал здесь. No name, чувак. Нету имени. Не, ну как вас зовут? Все, тебе важно знать нам для проведения турнира. Зубенко Михаил Петрович. А ваш товарищ? Просто Чиж. Чиж. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Михаил. И учитель Артемович, фамилия Румянцев. Как у вас дела? Да у меня-то все нормально. Боюсь за вас. Там ребята очень подготовленные приехали. Как вашего соперника зовут? Да, короче, на районе сидели, отдыхали. И моему другу, короче, какой-то чел позвонил, что-то там геем назвал, говорит, один на один. Ну мы одни приехали, короче. Михаил Жигалов. Отношусь к нему хорошо, хорошо катается. Ничего, больше комментариев не скажу. Нормально. На чем сражаться будете? На ножах или на самокатах там? Ну я не знаю, я думал, типа, драться надо будет, а тут на самокате заставляют кататься, типа, ну я не знаю. А кто вас позвал-то? Кто ваш соперник? Че за соперник, типа? Ну я не знаю. Типа, ну, без понятия вообще. А кто его соперник? А че вы от него ждете? Он как-то на говне будет? Или тоже на самокате? Ну не, у нас тут тоже, короче. Ну-ну, а вы знаете, что он подготовил на сегодня за жесть вообще? Трехахилы. Я видел кое-что еще. Вот, а что вы на сегодня подготовили? Что-то бешеное или просто покатаетесь? На батле все увидите. Вот, ну удачи вам. Она вам понадобится. Парни, надеюсь, никто сильно не пострадает. Да, нам удача-то не нужна, типа, в принципе, нам пофигу, мы панки. Да. А кто их соперник? Правила по начислению 7 очков оппоненту. Также остались запрещены трюки со сменами стоек, стоечки на коупинге, балансы и скольжения, сальтухи, иксапрайдинг и скутерфейки и использование резинки. В общем, принимаются только жесткие трюки на жестком покрытии. Ну и, конечно, остались неизменными захватывающий сюжет, экшен и непредсказуемость райдеров. Вот, ну вот и мы подошли к тому, чего вы так долго ждали. Представляю вам первую пару четверть финалистов. Это главный панк Подмосковья Миша Жигалов. Вот. И просто обычный парень Михаил Румянцев. Привет. Скидывайтесь, чтобы решить, кто из вас первым будет начинать. Первый ножницы. Раз, два, три. А ты что трясешь? Первый ножницы. Он проиграл. Не, давай еще. Первый ножницы. Первый ножницы. Поехали. Раз, два, три. Инверт скат разгонки. Бип на батрекап Спартак. Один, Миша, иди. No foot на грэп через степап. Я не делал такие трик, поэтому минус. Видите, каких скутершоп это комплит. Квотер. Я не буду делать трех хил по прямой вот сюда. Парки колесом шкоты. No foot invert через фанбат. Buttercup, скат. Трёх-хилл на вип, вот туда. Два кикелеса в этом же квотере. Короче, я это не буду делать, я не умею. Опа, трёх через пирамиду. Кстати, пацаны, если вы хотите докопаться, что я не умею свою трёху, я её тоже могу сделать. Три фингера в подкат. Чувачки, я попробую. Это моя молодость, я помню, что я это делал.
слышно. В обратную сторону фанбокса бар на грэп. Спасибо за игру, я проигрываю. И в этой неожесточенной борьбе победил Михаил Жигалов. Провинция решает, чуваки.